Всем привет! Это моя уже мой второй заказ в интернет-магазине моего Opt. Очень радует тот факт, что действует бесплатная доставка на сумму заказа от 150 гривен. Итак, посмотрим, что у нас вот так выглядит. И первое, что мы видим, это подарок. Магнит с миньончиками. Очень символично. Спасибо магазину моего Opt. Там далее у нас накладная идет с наименованием товара. И уже мы уже видим, что после первого заказа у нас действует накопительная скидка в размере 3%. Это тоже очень здорово. Вот так у нас выглядит все внутри коробочки. Очень даже надежно, компактно и симпатично. Все масла, которые заказала в этом заказе, как в принципе и в прошлом. Все впервые. Вот я планирую начинать изготавливать нейтральную косметику. Это сезамовое масло. Оно же кунжутное. Планирую использовать для различных масел гидрофильных, для кремов. Пока еще то, что не пользовалась, но надеюсь, что только позитивные впечатления останутся. Это масло для ротуши риса. Кстати, что хотелось бы отметить, все масла в пластиковой бутылке темного цвета, везде указано название и указан также срок годности масла. В данном случае это у нас февраль 2018 года. И также указан производитель Германии. Ну и, конечно, фирменная надпись «Мыло Opt». Благодаря этому магазину у нас есть возможность заказывать масла по приятной цене и с бесплатной доставкой. По 50 гривен. Далее. Масло зародышей пшеницы. Тоже очень популярное масло, используется в различных направлениях натуральной косметики. Очень полезно. Масло макадамии. Звучит прекрасно. Также планирую использовать для кремов и для бальзама для кожи вокруг глаз и для различных других средств. Это полисорбат 80, эмульгатор. Я планирую использовать для гидрофильного масла для интимной гигиены. Также это все впервые покупаю, пока еще не пробовала, ничего не могу сказать, но насколько уже мне это известно, то есть эмульгатор является пенообразователем между водой и, собственно, самим гидрофильным маслом. Образует нежную пенку. Будем пробовать. Масло миндальной косточки также обладает увлажняющими питательными свойствами. Очень симпатичные бутылочки с симпатичными наклеечками, радует глаз. Это эфирное масло Иланг Иланг. Также впервые заказываю все масла, и эфирные, и базовые. Буду пробовать и в дальнейшем оставлять обязательно отзывы на сайте MyLoft. Эфирное масло Нероли. Также говорят, что обладает очень приятным ароматом и также полезными свойствами. Соответственно, это пищевой ароматизатор малиновый лайм. Очень заманчивое название — малиновый лайм. Планирую использовать, возможно, в бальзамах для губ. Пока еще точно не знаю, но просто захотела себе приобрести данный пищевой ароматизатор.
5 мл. И эфирное масло Миры. Также очень много положительной информации присутствует в ресурсах интернета в данном эфирном масле. Будем пробовать. Так, это у нас все. И остается пока еще у нас коробочка, картоночка. Здесь это пустой флакон с дозатором 50 мл. Планирую использовать для гидрофильного масла, для интимной гигиены. И, собственно, множество масел из сегодняшней посылки также будут в будущем в этом чудесном флаконе, который также можно приобрести на сайте Мыло.Опт. Что очень удобно, там не только есть различные масла, но и инвентарь. Инвентарь, различные упаковочные материалы. То есть очень удобно, что можно сразу и необходимую тару также прикупить. Вот, собственно, такая была посылка. Это уже мой второй заказ. Ну, снимаю видео впервые. По заказу планирую в дальнейшем также оставаться с данным прекрасным магазином Мыло.Опт.